Я рад приветствовать вас, дорогие друзья. Пришло время увидеть две оставшиеся концовки в хорроре Self Delusion, которые мы вот накануне прошли на 100% на максимальной сложности. О да, это было незабываемо. Незабываемо по уровню хардкора. Но мы, да, посмотрели только одну концовку, остается еще две. И сейчас будем смотреть следующую. Для этого идем в последний уровень одна против всех. Я выставил легкую сложность, так как на сложной мы уже отстрадали. И наша задача сейчас увидеть концовку. Так, домовой где-то здесь, да? Да. На легком все настолько просто, что можно просто с закрытыми глазами проходить. Приятно, что тот самый подвал оказался юзабельным. И создан он не просто так. Это супер. Это отлично. Я так хотел, одно так и получилось, друзья. И он как раз непосредственно связан с этой второй концовкой. Так, ну где ты там катаешься? Ты должен был уже улететь. А тут уже затушили? Нет, не затушили. Тихо. Чтобы попасть в подвал, нам нужно взять ключ. Но он недоступен нам со старта. Нужно какое-то время продержаться в доме. Должно произойти хотя бы одно появление Анцибала. Так что пока будем здесь безопасно снижать ярость печки. О, смотрите. Горит более трех свечей. На изи сообщаются такие подробности. Давайте прошерстим кухню. Опять много свечей. Так. Где их там позажигали? Колобок где-то неистово. Вот здесь. Сам себя дамажит. Анцибал. И рядом лег лапать. Но не надо такого. Так, давайте потихоньку двигаться в нужную нам комнату. Ну, дядька, здорово. Как ты бегал за нами? Я за тобой уже соскучился. Кстати, мы на уровень с ним еще сходим. Там нам нужно будет взять оставшиеся крипы. Нам нужны вот эти часы, друзья. Скоро они забьют. Вот. После этого, смотрите, мы можем их открыть. И здесь ключик. Берем его и бежим в подвал. Вот такой вот интересный выход. Сцена 23. Тайное становится явным. Все это время я была не одна. Кто-то оберегал меня и помог выбраться из этого ада. Надеюсь, я могу ему доверять. О, ты наконец-то очнулась. Как себя чувствуешь? Голова не болит? Ты много времени провела в симуляции. Да. Извини за эти трудности. Это для твоего же блага.
Ты, наверное, уже догадалась, что истинной причиной твоего заключения было не столько обезопасить тебя и окружающих, сколько развить твои способности. Хотя, даже твоей незаконченной версии мне хватило. Ты уже должна была понять. Ты не призываешь эту нечисть в наш мир, а создаешь ее. Знаешь, наблюдая за тобой, я все больше осознавал свою никчемность. Ты противостояла этим монстрам и становилась все сильнее, а для меня ничего не менялось. Роль героя-освободителя меня не устраивала. Обычно, кроме «спасибо», они ничего не получают, а я хотел большего. Тогда-то я и встроил в код не только подсказки. Я приглядывал за тобой, Лена, все это время. Надеюсь, я был не слишком назойлив. О, здорово! Ну что, Леночка, поиграем еще немного. Получена концовка номер 2, объект наблюдения номер 9. Статус: объект пропал из исследовательского центра. Симуляция не была завершена, объект каким-то образом покинул ее до завершения процедуры. Необходимо провести тщательную диагностику неполадки. Кроме того, пропал главный инженер, приставленный к объекту, что заставляет задуматься о его принадлежности к данному происшествию. Вот это хорошо сейчас обыграно. Хорошо, хорошо. Леночку леший повез. Так, хорошо. Как дальше? Будет ли что-то дальше? Self-delusion. Друзья, если вы не посмотрели еще полное прохождение, обязательно это сделайте. Да, у меня там возникли какие-то неполадки. Там есть фризы в начале, но они буквально вот до входа в дом. Дальше все нормально. И потом там еще в одном месте они будут. В целом, я вам очень рекомендую. Ну а сейчас, смотрите, у нас появилась еще одна концовка. Концовка 3. Сейчас еще концовка 2. Смотрите. Итак, отправляемся за невзятыми двумя крипи. Одно из них в колокольне. Так, ну здесь оно может немного лагать. Именно на записи, не знаю почему. Но это не важно, нам важно подняться сейчас. До ключа. Анцибал идет. Так, это еще не ключ. Еще поднимаемся. Перебор. Перебор. Ну да, вот ключ. Так, а теперь нам нужно спуститься. Вот сюда. Вот оно, было. Вот так. Так, выходим в меню. Смотрим. Да, кстати, тут готовится хэллоуинский ивент в октябре. Вот. Так что, возможно, я его тоже сделаю. Да, есть крипи события 8 из 9. Хорошо, теперь, друзья, нам нужно попасть на сцену, где за нами гонится чучело. Но это у нас домовой был, да? Нет, это похоже то, что нужно. Так, и вот здесь, смотрите. В тренировочной комнате, если я все правильно помню, у нас есть кубики. Вот.
И они вращаются, друзья. Из них нам нужно сложить слово... Слово «обман». Вот только вопрос, как это сделать правильно. Давайте попробуем. Так, есть. Наверное, вот так, как я и делаю. Значит, здесь буква «Б». Есть буква «Б». Ух ты! Но в итоге у меня получилось «Оман». Этот кубик как-то вообще не сыграл роль. В Steam подписчики пишут и будут писать еще больше. Добавляйтесь, друзья, всех добавляю сейчас. Ну хорошо, крипи я поймал. В любом случае до конца не поняв. Все-таки там должна быть буква «Б». Я вот это вообще... Можно считать за букву, она отличается от этих. Но вы видели, как это произошло. Крипи получено. Теперь, друзья, мы идем на сцену восьмого часа, одна против всех. И если я все правильно понимаю, здесь должны появиться игрушки. Да, вот, смотрите, рассыпалась эта штука. Так, ладно, на всякий случай будем прихватывать спички. О, ачивку дали, спасибо. Так, нам нужно собрать ее части. Первая под кроватью. Раз. Кто там тарахтит? Атмосфера в игре мне нравится. Очень-очень четко передана эта изба. Вот, кстати, смотрите, появилась какая штука. Боль, страх и отчаяние - все, что тебя ждет здесь. Хватит бороться, остановись, ты заслужила отдых. Найди эту игрушку и вложи в нее все свои страхи. Только тогда ты станешь по-настоящему свободной. Вложить страхи в игрушку. Так. Я лучше вложу сначала игрушку в печку. Чтобы было время на поиски. Много свечей. Домовой стоит. Ладно, пусть сгорая плачут свечи. Детская. Я еще больше зажгу. Так, где-то здесь, я так понимаю, есть игрушка. Нет, прятаться не надо. Но ее нужно найти. Часть игрушки. Где же она может быть? Так. Что-то... Ну и где домовой? Ты мне игрушку помоги найти лучше. Появляешься. Вот это похоже на часть этой игрушки, но почему ее нельзя взять? Так, свечи полыхают, надо тушить. Анцибал пришел и ушел. Смотрите, вот есть здесь игрушка, но я все-таки не нашел ее в детской. Тихо. Нашел, отлично. Сейчас уже чучело выйдет, везде свечи. Ладно, теперь я знаю, где они, я соберу их быстрее.
Колобок. Колобочек. Да, игрушечки кусочек. Спокойно взять. Так. Раз. Может, не надо на печке сосредотачиваться. Мне бы спички хотя бы прихватить, потому что колобок, он такой. Негодяй. Вот взял спички, забрал. Нормально. Вторая. Третья. Так, теперь на чердак. Мне нужно на чердак. А вы включаете всякий шлак. Включите какую-то интересную музыку. Там, Scorpions, Wind of Change, например. Тихо, я сказал. Спичек нет? Ой, хорошо, что она горит. А спичек нет. Но вообще надо прихватить хотя бы коробок где-то. Дайте спички. Много свечей. Домовой где-то в комнате. Это не в этой. В общем, на чердак. Так. Так, вот и чердак. Да что за дефицит спичек сегодня? Ну, наконец-то. Так. Вот. Еще. И должно быть... Еще. Здравствуйте все. Так, тихо, успокаиваемся. Труба гостиной. Колобок, давай сюда. Давай я тебя здесь уже поджарю. Идешь? Или он... Так, Анцибал уже появился. Оп-оп-оп-оп-оп. Видимо, Анцибал нас сейчас вынесет. Но я лучше сосредоточусь на том, чтобы... Оп, он там шкварится. Чтобы поискать эти игрушки. Пусть Анцибал сейчас нас навернет, но нам нужно еще поискать. Так, колобок заметил я у свечки. Тапок. Который лапать. Домовой где-то. Так. Здорово, дядька. Ты не знаешь, где тут части игрушек? Виртуазила Game World есть, а игрушек нет. Так, вот еще одна. И остается... Чучело пробудилось. И остается последняя, получается. Часть где-то запрятана. На этом чердаке. О! Лихо! Я не будил лихо, оно было тихо. Так, хорошо, я теперь знаю, где... Большая часть игрушек. Сейчас сразу по ним идем. Анцибал самый лучший вообще. Просто настолько хороший. Ты что тут, игрушками играешь? За колобка даже уведомления не было. Да, я, конечно, его слышал. Но неплохо бы и уведомлять. Но такое бывает вначале, что не успеваешь даже спички взять. А колобок начинает жрать. Он может, друзья. Домовому даже нечего было у меня украсть. Представьте, как ему обидно. Только потом пошумел чуть-чуть, да и все. Так, ладно, здесь взял. Здорово.
Раз. Два. Не надо под ноги. Три. На чердак. Хорошо, что успел. Так, давайте эту сначала возьмем. Раз. Два. И где-то еще одна. Вот вопрос. Пока нам тут не откусили нос, ее найти. Так, тут ничего. Пришел в гости. Пусть и не званый, но зато танцебальный. Да ладно, тухни уже, тухни. Колобок где-то совсем не скучает. Мне подсказывают, что она здесь. Где-то. Анцибал у окна. Тарарарара. О, здорово. Я думал, ты игрушка. Так, чучело уже, но уже поздно. Анцибал сейчас уже будет в доме. Карту купи. Лапать. Здравствуй, здравствуй. Все вы сразу. Так. Так я и не нашел. Давайте лешего еще сюда, чтобы не было грустно. А давайте в этот раз начнем, хотел сказать, с чердака, но меня уже понесло в эту комнату. Так. Во! Точняк, нашел.
Все, остается теперь... Сюда. Есть. Смотрим. Что за... Сцена 22. Нечестивый обряд. Я смертельно устала. И пришлось сделать выбор. Хочется верить, что он не ошибочный. О, вот это хорошая сцена. Но она может лагать на записи. Как я... Перезапишу для вас, друзья, сцену. Я не знаю, почему OBS совсем не дружит с этой игрой. Вот с помощью GeForce запишем. Experience будет нормально. Теперь ее сердце будет жить в новом теле. Но тут просто классная сходка у ребят. Что со мной сделали эти твари? Это не то, чего я хотела. Получена концовка номер 3. Объект наблюдения номер 9. Статус потеря ключевых данных симуляции. Продолжение невозможно. Симуляция будет перезагружена и все данные стерты. Эта критическая ошибка повторялась уже несколько раз, и есть подозрение, что ее код остается в системе и после перезагрузки. Это кошмарно-юморная такая получается концовка. Но все равно круто. Я думаю, что сложнее всего как раз получить крипи за вот эти кубики, на которых нужно выстроить слово «обман». Так что... Пишите, как вам, эти две концовки. Друзья, ну а сегодня мы прошли с вами Self Delusion на 100%. Давайте посмотрим... Да, события крипи все, концовки все. Все сделано. Готовится хэллоуинский ивент. Я не знаю, буду ли я его проходить для вас. Игра на 100% пройдена. Ну и, конечно же, я с вами не прощаюсь. Будет еще много хорроров на канале, и уже есть, которые я предлагаю вам посмотреть, если вы еще этого не сделали. Переходите в раздел плейлисты, знакомьтесь, делитесь этим прохождением со всеми, кто любит жанр хоррор, и мы с вами встретимся на полях 100% игровых прохождений в следующих играх. Thank you.